на вкус и цвет все антивирусы разные. Совершенно верно. Пытаться, не знаю, там, по поводу антивируса, мне нравится этот, это будет просто, блин, долгие и бесполезные споры, потому что у каждого есть свое. Я пользуюсь нодом, и, блин, все, он меня один раз выручил, пользовался доктором Веба, словил вирус. Кто-то, может быть, меняется. Ну, так скажем, на кого ты подсел, кто тебя устраивает, тебе функционал ты знаешь, который тебя выручал там не один раз в разных ситуациях, ну, все, вот я ему пользуюсь. У меня не висит на работе Каспер, 4 гига, оперативы, и ничего не тупит. Ну, возможно, просто грамотно он настроен, что отключены какие-то дополнительные сканирующие штуки. Вполне возможно. По мне, так хейт в сторону Каспера не оправдан, сейчас он норм. Я его юзал, когда... Два года назад. Мне он также не зашел. Не ругайте Каспера, ему даже данные приходится архивировать и к себе на сервер передавать. Работа тяжелая. Ну да. Это же как? Спецслужбы? Что, все отлично. Но сейчас все ок. Ну, мне удобнее вот так вот. Естественно, я думаю, каждый просто выбирает свое. Каспер через консоль администрирования ставит проги. Да, я говорю, в этом смысле мне очень понравился, что в рабочей группе, в одноранговой сети, может, даже не нужен домен, он групповые политики вот ставит. И софтины, и куча, ну, прикольно, действительно, в этом смысле. Администрирование реализовано в нем, прям упрощает работу с админом. А в Есете есть такое? Нет, в Есете такого, к сожалению, нет. Не знаю, может, и софт можно устанавливать, в принципе, не такая это и сложная задача, а вот какие-то... Ну, там очень много реально у Каспера, блин, вот этих настроек по безопасности, по информационной, именно как групповой политики. У ESET такого нет, это прям однозначно. Тестировал как-то продукты, и там такого не нашел.